Всем привет, а мы продолжаем играть в ломать и строить. Что ж, отправляемся на новую локацию. За кадром я накопил деньжат, купил технику. Не всю, конечно. Так что теперь мы там сможем выполнять задания. Ну что, посмотрим, какие контракты есть. Ага, церковь. Нужен этот. Его у нас нет. Так, показать на карте. Ну, возьмемся за работу. Посмотрим, что тут надо делать. Ага. Ну что, пилим. Что-то... Так, а вот этот мост сейчас будем, значит, сносить экскаватором. Экскаватор здесь намного лучше, чем на той локации. Экскаватор. Намного послушнее. Как я тебя понял. Thank you.
Я чуть промазал. Да. Так вот. Робот, который на той локации, и то лучше. Чтобы экскаватор был с этой хренью, это уже, по-моему, перебор. Так, по-моему, пора маленько переехать. Thank you.
Да что ты, е-мое? Чудно. Да. Так, посмотрим, что у нас тут еще есть. Так. Сейчас съездим. Так, где у нас парковка? Интересно, тот день наступает на этой локации или нет? Так, ну-ка посмотрим. Техника. Ну,
Только вот так. А нет, гусеничного крана тут не хватает. Это хреново. Так. Старый лунопарк. Ну давайте возьмем, посмотрим. Что там за старый лунопарк? Ага, это надо только туда возвращаться, чтобы работника назначить. Ну возьмем, давайте. Так. Вижу, что нужно что-то пилить. Так, чудесно, где еще пилить? Так, а далее у нас только хлам, на который нужен кран. Так, это походка была, точно. Ага, это я понял. Так, еще три осталось. А, вон они валяются, как раз вижу.
Так, снос теперь. Так, я понял, это не перец, да? Так, иди, что я пропустил? Вот где я пропустил. Так, теперь разрушить старые рельсы. Сейчас попробуем им. Скорее всего, гидроножницами. Что-то мне подсказывает. Нет, не имя. И не ковш. Странно. Так, неужели туда? Опять молот. Это очень странно. Ха. Этим он их не рушит.
швам не хотеть, тогда что нам гидра? Ножницы попробую поставить. Да, нужны тут были гидроножницы. Ага, еще и столбики на стене. Так, понятно, так не достаешь, да? Так, все пробуем вот так подержать. Thank you.
О, как. Да что ты? Ну-ка прицеливайся. Вот и все. Так. Что-то мне надо взглянуть сейчас на старую локацию, посмотреть, что там. В аэропорт вас, да, в аэропорт. Золотая долина. Так, собственность. Понятно, с этим делом пока еще никто навыков не развил. Так, ну так пиздуйте на стоянку. Так, а мне показать дом. Сейчас мы обслуживание проведем сами. Вот и все. Все обслуживание домика. Так, ну а на этом пока все. Завтра продолжим на той локации. Как раз купим того здоровенного, чтобы сносить церковь. Вот. Ну а на сегодня все, пока. Спасибо за просмотр. До встречи.